Высокое качество, профессионализм и добросовестный труд. Именно под таким девизом компания «Тамбовнефтепродукт» работает на протяжении уже 75 лет. В честь юбилея нефтяной компании прошла пресс-конференция и экскурсия в испытательную лабораторию, где журналистам наглядно объяснили, как контролируют качество нефтепродукта. У нас есть достаточно приятный такой весомый повод поделиться с вами своей радостью. Это 75-летний юбилей. В Тамбовской области насчитывается 38 современных автозаправочных комплексов «Роснефть». Помимо розничной торговли, ЗАО «Тамбовнефтепродукт» снабжает топливом оптовых потребителей. Ими являются сельхозпредприятия нашей области. Нефтяная компания «Роснефть» укрепила лидирующее положение на региональном рынке, ежегодно увеличивая объем продаж в условиях высокой конкуренции. Мы своими комплексами, своими технологиями можем спокойно конкурировать с мировыми лидерами. Не секрет, что у нас была, ну, в нас постоянно менялась правовая форма, менялись компании, суть у нас не менялась, мы как были, так и остаемся надежным партнером в нашей Тамбовской области. Для нас важен наш потребитель, важно его мнение. Нефтяная компания «Роснефть» делает большой вклад в экономику области. По прогнозам за текущий год, «Тамбовнефтепродукт» заплатит в бюджеты всех уровней более 870 миллионов рублей. Для нас очень ответственное направление – это обеспечение по льготной программе наших селян. Начиная с 2008 года мы ежегодно обеспечиваем и тем самым экономим этой скидкой для селян им их средства. В первую очередь компания уделяет внимание экологической проблеме, поэтому испытательная лаборатория, которая является единственной в области, круглосуточно осуществляет контроль качества топлива по всем основным показателям для всех категорий и групп потребителей. Лаборатория контролирует качество нефтепродуктов, начиная от приема нефтепродуктов по железнодорожной ветке и нефтепродуктов провода до бака автомобиля. И лаборатория наша проводит контроль качества на всех этапах, как я уже остановилась. И, значит, у нас имеется самое новейшее оборудование, включенное в область аккредитации методы. Все соответствуют стандартам практически нашим российским и некоторым зарубежным стандартам, на соответствии которых мы контролируем качество данного нефтепродукта. Нефтяная компания, помимо гарантированного высокого качества нефтепродуктов, предоставляет автовладельцам карты лояльности, которые накапливают информацию обо всех покупках владельца и дают ему возможность участвовать в регулярных акциях и получать подарки. Екатерина Студенова, Алексей Степанов, Новости ТВ «Рассказывай».